Здравствуйте, Олег. Это видео про два переходника Leica Air Nikon. Итак, первый переходник 21 мм фокусная, диафрагма от 4 до 22. Так, вот он первый, и вот второй переходничок. Фокусное расстояние 90 миллиметров запрограммировано. И диафрагма от 2 до 16. Сейчас я сделаю новую накладную. И отправлю новым номером оба переходничка. Спасибо за внимание.